Мишустин выступал, и Путин сказали, да, надо порядок навести. Цены растут, и это не порядок, говорят покупатели в один голос. Покупка продуктов съедает все больше семейного бюджета. Сколько на еду обычно уходит от зарплаты, допустим? 70%, наверное. Куда это годится? Песок 50 рублей. Я же говорю, мне 82 года. Первый раз в жизни такую цену встречаю. Сейчас дороже все стало. На сколько? Ну, на сколько? Наверное, рублей на 10-15 уже дороже. Пенсионерам очень тяжело. Как меняются цены, почему это происходит? Теперь будут пристально проверять прокуроры и антимонопольщики. Они начали серию совместных рейдов. Уже замечено, вес ряда продуктов в упаковке уменьшился. От этого рост цен не всегда кажется таким большим. Если ее посмотреть, она тоже здесь не это 800 грамм. 800 грамм здесь. То есть 54. Если пересчитать, она тоже не 54 будет весить. Проверять будут всю цепочку ценообразования. Оптовиков, перекупщиков, розничное звено. Сегодня инспектируют федеральную продуктовую сеть. Перед Новым годом традиционно цены тихо-тихо начинают подрастать. Именно мотивированные спросом, не себестоимостью. Вот эти все моменты мы, конечно, должны будем проверить. Плюс ко всему, мы должны проверить еще и согласованные действия картельного сговора. Это уголовно наказуемое. До 7 лет лишения свободы, может быть. Как говорит руководство этого сетевого магазина, ценники обновляют примерно раз в неделю. Всегда держим, чтобы для народа ценники у нас всегда централизованно приходят с нашего компании. То есть мы тоже не интересованы, чтобы у нас был рост цен. Чтобы выяснить, законно ли в магазине установлены цены, запросили ряд документов. После их изучения можно будет говорить о мерах. Здесь начинает представление в адрес, значит, соответствующей организации, заканчивая постановлением в порядке 37 Уголовного процессуального кодекса о необходимости рассмотрения вопроса об уголовном преследовании. Выводы собираются сделать по итогам всех проверок. Рейды планируют проводить до конца этого года. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.